современные подростки часто не знают, какой вуз или колледж им выбрать, какие возможности перед ними открываются, какие существуют направления и специальности. Для того, чтобы ученики с 8 по 11 классы смогли получить всю необходимую информацию об учебном заведении и будущей профессии, уже в 6-й раз в округе провели образовательную выставку «Поступи». 37 вузов, студенты этих вузов, профессорско-преподавательский состав. И все только для того, чтобы наши школьники сегодня буквально распахнули двери своего завтра. Сегодня я каждому желаю познакомиться с вузами, которые приехали к нам на выставку. И, конечно же, найти тот самый свой маршрут движения вперед. Организатором мероприятия традиционно выступает местный филиал торгово-промышленной палаты Московской области при поддержке администрации Ленинского городского округа. Форум проводят с 2019 года, и с каждым разом он собирает все больше участников, как абитуриентов, так и представителей учебных заведений. У нас такие учебные заведения, как МГЮА, Университет Косыгина, Росбиотех, МГУ стандартно к нам приезжает, МФЮА, финансовый университет, несколько спортивных, Пироговка к нам в этом году приехала, наше достояние, у нас в этом году приехала Бауманка, она, в принципе, не сильно куда-то ездит, и Московский энергетический институт. Такая выставка удобна тем, что можно выбрать учебное заведение, не выезжая за пределы Ленинского округа. Мы вообще ставили перед собой задачу и цель, чтобы наши ученики не ездили по Москве, уезжали там в другие области Московской области, а чтобы к нам сюда приехали вузы, высшие учебные заведения, колледжи и представили весь спектр того, что они могут сделать. Старшеклассница Ульяна Гатчина приехала на выставку «Поступи» из Мисайловской школы номер 1 вместе с классным руководителем. Пока она не определилась, в какой вуз будет поступать – в медицинский или в хореографический. Возможно, благодаря выставке она сделает правильный выбор. Я спрашивала, во-первых, о направлениях, какие у них есть в вузах подготовки. Там, где хореографическое есть направление или медицинское, я спрашивала уже баллы, спрашивала, когда дни открытых дверей, какие документы нужны, всю информацию, которая возможна. Кроме того, для будущих абитуриентов подготовили мастер-классы, а также дали рекомендации для успешной подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.